Когда началась Великая Отечественная война, Зое Федоровой было 15. К осени 41 года линия фронта вплотную приблизилась к Москве. Летчики 28-го истребительного авиационного полка в Монино самоотверженно защищали небо. Но вражеские самолеты иногда пробивали воздушную оборону. Если в начале войны летали только разведывательные, бросали листовки, сдавайтесь, то это был ноябрь, самое тяжелое время. И днем, и ночью пролетали немецкие самолеты над гарнизоном. Авианалеты жители Монино пережидали в бомбоубежище, где дежурила санитарная дружина Зои Федоровой. Помогала и старым, и детям успокоить ребятишек, дать вовремя лекарства, пить, у кому-то плохо становилось. Но с нами была, конечно, и вот наш руководитель. Дальше трудовой фронт и изнурительные часы на торфоразработках. В день 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой Зою Федорову навестил депутат Госдумы Александр Толмачев. Через неделю парламентарий снова приехал к ветерану в сопровождении председателя Совета ветеранов округа, активистов «Молодой гвардии Единой России». На этот раз, чтобы поздравить Зою Ивановну с 95-летием. Хотя столько лет ветерану дать трудно. В свой день рождения была бодра, весела и необычайно женственна. Поздравляем вас с вашим маленьким еще юбилеем. 25 – это совсем не возраст. Не говори. Еще жить и жить. Вот, поэтому это вам. Ой. И мы с вами второй раз общались, вы сказали, что чтобы приглашать нас куда-то, вот мы должны быть с вами на связи. Поэтому мы вам приобрели телефон, как вы хотели. Ой, у вас сломанный же был, да? Спасибо. Не стареют наши ветераны. Не стареют. Вот так держать. Главное даже это не то, что мы подарили, а то, что внимание. Это заметила ее дочка, сама Зоя Ивановна. Залог долголетия и здоровья – это в том числе хорошее настроение. Поэтому я пожелал ей и сейчас желаю, чтобы она еще очень хорошо себя долго чувствовала и чтобы рекорд долголетия мы побили в щелку именно с ней. Михаил Налетов, Валерий Жиглей. Щелковское телевидение.